Если вам обещают жизнь как в сказке, не забудьте уточнить, какой именно и в качестве кого. Драконов, например, в конце удаляют. Совет путешественникам во времени, чтобы не выглядеть странно и одеться по моде, например, в 2052 году, сначала нужно слететь в 2057 год и найти одежду, недавно отвезенную на дачу. В гости лучше ходить, когда хозяев нет дома. Никто пустой болтовнёй отвлекать не будет. Однажды девушка ехала в удивительном троллейбусе. В нём люди заходили молча оглядывались, ехали тихо, потом молча выходили. На заднем сиденье крепко спала кондукторша. Никто не хотел будить ее. А кто это сделал? Если вы смотрите это в социальных сетях, приглашаю вас на свой YouTube-канал Дед21. Не успеваю 3 раза в неделю выкладывать видео в социальных сетях. Видео планирую снимать по вторникам, пятницам и воскресеньям.